Два генерала. Служили генералу всю жизнь в какой-то регистратуре и, следовательно, ничего не понимали. Вскоре регистратуру упразднили за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, по Дьяченской улице, на разных квартирах. Имели каждый свою кухарку и получали пенсию. И вдруг... Странное ваше превосходительство нынче мне сон снился. Вижу, будто живу я на необитаемом острове. Превосходительство. Идите-ка вы на запад, а я на восток. А к вечеру по этому месту сойдемся. Может быть, что-нибудь и найдем. Где же ваше превосходительство восток и где запад? Вот что, ваше превосходительство. Идите-ка вы направо, а я налево. И так-то лучше будет. Господи, еды-то! Сколько вы еды! Как бы нам этой рыбки-то на подьяческую? Господи, еды-то сколько! Кролики бегают, рябчики свищут, тетерева атакуют. А как их поймать? Не понимаю. Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь? Да вот, нашел старый номер московских ведомостей и больше ничего. Кто бы мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде и летает, и плавает, и на деревьях растет. А я, признаться, всегда так думал, что буки в том самом роде и родятся, что их кофею подают. Стало быть, если хочешь, например, куропатку съесть, так ты должен ее изловить, убить, и щипать, и жарить. Вот только как все это сделать? Как все это сделать? Теперь, мне кажется, бы свой собственный сапог бы съел.
Хороши даже перчатки бывают, которые долго ношены. Так мы друг друга съедим. Надо ваше превосходительство каким-нибудь разговором развлечься. А то у нас тут убийство будет. Начинайте. Как, например, вы думаете, а чего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот? Странный вы человек, ваше превосходительство, найти вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать. А я, признаться, когда служил в департаменте, всегда так думал. А вот теперь утро, а потом день, а потом ужинок подадут, и спать пора. Все, хватит думать о еде, лучше вон московские ведомости почитаем. Вчера у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол был сервирован на 100 персон с изумительной роскошью. Тут была и шекстинская стерлядь золотая. И питомец лесов кавказских диких фазанов. И столь редкая в нашем севере крае земляника. Ты, господи, да неужто ваше превосходительство не можете найти другого предмета для чтения? И стулы пишут, вчерашнего числа по поимке в реке Упей-Осетра был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества несли на громадном деревянном блюдце, обложенными огурчиками и держащей в пасти кусок зелени. Доктор, бывший в тот же вечер дежурный старшиной, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску мяса. Подливка была самая разнообразная и почти прихотливая. Все, больше не могу вас слышать. А что ваше превосходительство, если нам найти мужика? То есть, как же мужика? Ну да, простого мужика, какие обычно бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчика бы наловил, и рыбы. Мужика! Что мы возьмем этого мужика, когда его нигде нет? Как нет мужика? Мужик везде есть. Стоит
искать? Наверное, он где-нибудь прячется. От работы отлынивает. Мужик! 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 Ах ты ж без денег и жвака, небось и ухом не видишь, что здесь два генерала, вторые сутки с голоду помирают. Марк, за работу! Ага, сейчас, сейчас. Довольны ли вы, господа генералы? Довольны, любезный друг. Видим твое усердие. Я тогда отдохну пойду. Мы тут живем, а пенсии наши в Петербурге накапливаются. Хорошо-то хорошо. А кто будет наши пенсии получать? Эй, мужик. Представь-ка нас в Подьячск. А ну, мужик, вези нас в Петербург. В Петербург? В Подьячскую? Знаю, был. Да, ведь мы генералы с Подьячска. А я, коли видели, висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха ходит. Это он сам и есть. Лодка нужна. Сколько набрались страху генералу во время пути, от бурь до от ветров разных. Сколько они ругали мужичину за его тунеядство. Этого ни пером описать, ни в сказке сказать. Осторожно, тунеядец, не дрова везет. Греби быстрее, бездельник. Будьте спокойны, господа генералы, не впервой. А мужик все гребет, да гребет. Вот, наконец, и Нева, матушка. Вот и Екатерининский славный канал. Вот и Большая Подьяческая. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство. И сколько тут денег загребли, того ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике не забыли. Выслали ему пятак серебром. Веселись, мужик! Хм.